Друзья, вы на канале Цветочный сад у Аленушки. В сегодняшнем видео хочу сделать обзор моей бегонии клубневой, которая на данный момент развивается вот такими цветоносами. Цветет обильно, хорошо. Белая чуть-чуть позже зацвела по сравнению, чем вот такая красная. Заказывала я клубни через интернет-магазин. И все же красная более больше развита. Вот таких сережек очень много красных. Ее можно очень хорошо укоренять, черенковать, и хорошо будет растение сохранять в зиму. При помощи черенков мы сделаем и маточный кустик, то есть можно не заносить. А можно заносить горшки, сделать обрезку, занести. То есть бегонию очень легко сохранить. У меня есть бегония, которая одна всего лишь из двух посевов семян, которую я пыталась сохранить рассадным способом, то есть рассадным способом, семенами. Сейчас вам покажу эту бегошку одну. Вот она, бегония у меня одна, которую мне получилось всего лишь вырастить из семян. Дети, потише, дети. Какая она будет цвести, хотя покупала ампельные виды, но очень долго развивалась. Вы представляете, с января месяца были посеяны семена. И вот такая только развилась на данный момент. А эти клубни, клубни я высевала, по-моему, в апреле даже. И очень удобно все же выращивать бегонию именно клубнями. Клубнями она очень быстро развивается, быстро очень растет. А семенами, видимо, это не мой конек вырастить бегонию. Поэтому и столько много семян, сколько я даже не помню, сколько я высевала, у меня всего лишь одно растение. Сам цветочек, он как бы полумахровый немножко. И белый, и красный также. Вот такое большое развитие бегонии клубневой у меня на данный момент. Подкормки такие же, как и всех цветов горшечных, которые я подкармливаю. Понравилось видео? Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить дальнейшие мои видео, кликайте под видео на колокольчик. Вам здоровья, удачи и до новых встреч. Пока-пока.